Спасибо, Андрей. Здравствуйте, дорогие телезрители. Итак, на фотографии, которую мы показали в пятничном эфире, изображена статуя на входе в римско-католическую церковь Мария Царица Мира. Она была построена в нашем городе в 2004 году. Все это время ответственность за душепопечение католиков не только Березняков, но и всей северной части Прикамья несет священник из Германии отец Эрих. Отмечу также, что таких католических храмов в нашем регионе всего три. В нашем городе, в Перми и в Рябинино. Свои варианты ответов на это задание нам прислали больше двух десятков березняковцев. При этом правильно ответили только четверо из них. Несмотря на это, лидер нашей телевикторины по-прежнему не изменился. Это до сих пор абонент, чей номер заканчивается на 3140. Но у нас тем временем новое задание. Фрагмент какой городской достопримечательности вы сейчас видите на своих экранах? СМС с вариантами ответа присылайте на короткий номер 4647. Перед сообщением не забудьте набрать цифру 59. И помните, что ответы мы принимаем до 3 часов следующего дня. Ну а желаю всем удачи. Анастасия Лакман и Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ.